Хасавюрте на протяжении 3 дней будет проходить семинар среди учащихся среднеспециальных учебных заведений и одного высшего. Развитие потенциала молодежи в рамках проекта «Вместе мы Россия» по поручению президента Российской Федерации. Первый семинар по толерантности прошел со студентами первых курсов аграрно-инженерного колледжа. Начальный модуль заключал в себе тему по навыкам ведения переговоров и отстаивания интересов. По словам Умара Джафтаева, координатора данного семинара, подобные беседы и переговоры помогут молодежи раскрыться и познать умение грамотно излагать мысли. По результатам этих семинаров, значит, будет у нас поданы 5 заявок. Это инициативы молодежи, которые они представят по тому, что они хотели бы изменить, добавить, где-то улучшить в нашем городе. Вот эти инициативы мы поддержим финансово. Будем запрашивать еще средства из бизнес-структур, из администрации. По результатам данных проектированных семинар-диалогов со студентами будут отбираться участники для подачи заявок на участие в других аналогичных встречах, в ходе которого студентам будет предоставлена возможность вносить свои предложения по улучшению и проектированию различных городских, досуговых и образовательных учреждений на территории города. В предстоящих модулях студентам будет предоставлена возможность ознакомиться с деятельностью различных служб и ведомств. Бурлия Цамбиева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».